Благоустройство вредное для здоровья. Вот такие автомобильные покрышки, которые горожане нередко превращают в клумбы, в ограждение для въезда автомобилей во дворы, по мнению прокуратуры, противозаконны. К надзорному органу за помощью обратились жители одного из домов Пустошбора. В их дворе старых шин было много, а управляющая компания их утилизацией не занималась. Прокуратура подтвердила, что использованные покрышки относятся к отходам производства и потребления 4 класса опасности. Коммунальщики шины убрали. Стоит отметить, что к управляющим компаниям возможно даже применение штрафных санкций за нарушение правил содержания и благоустройства территорий. Данные автомобильные покрышки подлежат утилизации. В случае, значит, если они расположены на придомовой территории многоквартирных домов, это осуществляет управляющая компания, если на муниципальной земле муниципалитет, ну а если на частных домовладениях, то, соответственно, непосредственно граждане.